сниму еще одно видео или сюжет. Не знаю, как там будет в будущем. Как я там смонтирую его. Вот. Тут паяльник подключен пока. Тут паял. Провод отвалился. На блок питания мой защиту ушел и ничего не сгорело. Потом подпаял провод. Так тут постоянный плюс был, и транзистор коротил просто эту обмотку. И пуш-пуля. Там, оказывается, вот этот резистор многооборот, он был не задействован, не подпаян как-то я, видимо, раньше. Что-то не дочел, и поэтому он был не задействован. Я его задействовал, теперь он работает. И вот тут вот раньше было вон на последнем витке плюсовой провод, а теперь он вот тут посередине, потому что перешел на 24 вольта. Вот питается на 24 вольта. Тут сводный мост вот пока отключен. Тут вот потемнело. Смотрим, как снимет камера. Вот. Тесла вот так слабо работает, как бы. Ой. Колется. Но как бы. Как говорил такой Кулабухов, она сильно работать не должна.